Добрый день. Перед вами расклад на Булгакова. Что ему давало такую гениальность? Но в основном меня интересует, как он написал «Мастера и Маргарита», что он был гениальным писателем, мы знаем. Что ему просто приоткрыли прошлое, или это его воображение, или ему просто рассказали сверху, явились, как это было. Это вся сцена с Понтием Пилатом и Иисусом. Явление Воланда, он точно является, мессира является 13 мая. Не только в пятницу на самом деле, но это его день. Это конец Бильтайна. Это мне очень интересно посмотреть, и что ему дало такой талант. У него было солнце с Алголем, соединение, и умер он именно от разрыва, что-то с головой у него было, или опухоль, или апоплексический удар, как тогда говорили, то есть инсульт. И вот смотрите, Алголь тут представлен вот этим картам, валет жезлов, он обозначает страдания, и луна обозначает всегда жидкости в организме. Вот его алголь, но звезда у него прямая. У него стоит 17-й аркан. Если бы ряд у меня продолжался, он бы совпал с луной. То есть у него была счастливая звезда, и слава к нему пришла не по алголю. По алголю ему, у него была сила пережить вот это все, что тогда было. Революция, потрясение. И какие-то знания он все-таки получал. Тут есть тройка пентаклей, и если вы видите, девушка тут, она перевернута, беседует с силой. Но знания он получал и по луне, по откровению. Как луна – это писательский талант. И без писательского таланта, то луна в определенном в тригоне с Меркурием, без нее ничего не получится. У него было и воображение, и сны, очевидно, ему снились какие-то еще сны, где он это видел. И карты перевернутые он не впрямую получал, вот как речь, он не был яснослышащим, судя по всему. Он это вот в своем воображении он увидел те картинки. Как вот хорошие картины, книги, они предвещают будущее. Знаете, очень многие в произведениях Блока не угадывают современный Питер, там здания, стекла, все, чего он не мог знать и не мог видеть. И ему даже открыть это не могли. Это вот такое предвидение автора реальное у него. А тут это было ретро-предвидение. И в то же время какая-то часть вот по этой карте тройка. Тройка должна быть обязательно на... с мышлением связано, но с таким мышлением, которое оно верно предвидит, потому что мыслей у нас много. И так правильно поступить, и так правильно поступить. Вот сочетание с тройкой – это угадать, что правильно, что неправильно. Нет, у него нет такого, что ему явились силы, тут нету карты высших сил, и впрямую открыли. Это действительно его такой вот гений, уникальный гений Булгакова угадать. Даже у него эта звезда тут разорвана с луной. Это именно его гений такой. Угадать, предвидеть, гений за пределами нашего понимание. Причем, смотрите, у него очень интересно, у него еще одна тройка жезлов под звездой и шестерка жезлов. То есть мысли и пути. Он предвидел прошлое и предвидел будущее. Куда пойдет развитие человечества? Но у него не просто человечество, у него направление силы даже. Что думал Иисус? Что сказал мессир?
Бала никакого с Маргаритой, конечно, не было, но что мессир является на землю, это правда. И 13 мая его день, не только когда в пятницу, это особое в полнолуние, но он приходит. Это правда, он угадал. Это уже, скажем так, литературное. Он себя ощущал вот этим мастером. Мастером, которого довели до безумия, он, в общем-то, частично описывал себя и свою тоску по любви. Вот этот император с влюбленными, это он. Он себя описывал, в общем-то, что с ним будет, что после смерти он обретет покой. Вот это Маргарита, все это выдуманное. И как это происходило, это выдуманный антураж уже для книги, для красоты. А вот что мессир является на земле, он угадал. И в целом он довольно точно описал, что было тогда на Голгофе, разговор Иисуса. Это вот он по-своему увидел это буквально по своему таланту. И вот это явление, приход мессира, он тоже охватил. Остальное у него было воображением, к сожалению. Не было ни мастером, ни Маргариты. Мастером он подразумевал себя. Вот такая у него была история. То есть он, как любой гениальный автор, предвидел фрагменты. Но славу ему принес не алголь, у него была другая звезда, к сожалению, не знаю какая, не делала его гороскоп конкретно. Уже по времени рождения, не по дате это можно определить. И вот она ему и принесла в сочетании с Луной эту мировую известность, это провидение. Провидел вот он по Луне. Как любой гениальный писатель, вот они видят такие картины. Как Менделеев свою таблицу во сне увидел. И это именно Луна. Причем тут Луна прекрасная. Очень красивая, это говорит о его силе таланта пробивать именно. Такой расклад микро на Булгакова. Нет, он не был таким гениальным провидцем, который провидел все. Такой, как писатель-фантаст, и который видит будущее очень многое. Вот у него из серии такой талант. Он величайшим пророком он не был. Но вот заглядывать в какие-то тайны, да, он может расшифровать тайны прошлого, если кто обращается к духу, да, Булгакова или прочего, то у него лучше спрашивать о тайны прошлого, чем о будущем. Ну вот на этом я закончу этот расклад. Не прощаюсь.